Добрый день! Сегодня я расскажу вам о приеме подачи. Прием подачи отличается от удара с отскока примерно так же, как смеш отличается от подачи. Движение немножко короче. Многие не понимают, как вообще начать движение в сторону мяча и когда начинается прием. А прием начинается в тот момент, когда ваш соперник поднимает руку с мячом для того, чтобы выпустить мяч из руки, для того, чтобы начать подброс. В тот момент, когда соперник выполняет подброс, вы делаете маленький шаг вперед, той ногой, которая вам удобна. У каждого своя толчковая нога. Мне удобно шагнуть правой ногой вперед. Кто-то может шагнуть левой ногой вперед. В момент подброса вы делаете шаг вперед, разножка. И в момент приземления вы уже должны четко решить, куда, в какую сторону вы будете двигаться. Если у вас нет решения, вы опоздаете. Но самое важное, что после того, как вы приземлились, вы начинаете двигаться в сторону вашего обода. То есть, если вы замахнетесь далеко назад, вы отвалитесь, да? У вас короткий замах. Если мяч летит под форхенд, под удар справа, техника, мой обод направлен вперед. И обод тянет меня сделать шаг либо одноименной ногой, либо с крестной, и потом прийти в открытую стойку. Если я играю с двух рук, если у меня подача идет под две руки, я делаю шаг вперед, разножку, и потушили свет. Да нет, ну уже все.